ДШИ «Классика» этот юный виртуоз пришел всего 4 года назад. Но его репертуар, сложность выбранных произведений и техника на порядок выше его ровесников. Исполнение произведения Шуберта-Листа «Приют» Игорем Григорьевым можно назвать по-настоящему талантливым. С ним интересно работать. Правда, как обычно, педагоги, когда видят такого талантливого ученика, нагружают его через край. Хочется с ним проиграть самые интересные, те произведения, с которыми педагогу интересно работать. А он, в принципе, все это выносит, и у него все получается. И таких талантов здесь немало. В Первой Одинцовской библиотеке юные ученики школы искусств «Классика» и детской музыкальной школы представили свои лучшие произведения. У нас с этого 23-го года запущен новый проект, называется он «Музыкальная гостиная. Нескучная классика». И это вторая наша встреча. Она будет посвящена композиторам-романтикам. «Музыкальные романтики» называется. Шопен, Шуберт, Мусоргский, Лист. Гости музыкальной гостиной, ученики одинцовских школ, не только насладились классической музыкой, но и узнали, кто такие композиторы-романтики. Они писали на романтические сюжеты, оперы, какие-то инструментальные произведения, ну, в которых или умирала любовь, или торжествовала любовь. Но это были достаточно, ну, такие, красивые в художественном отношении произведения. Такая музыка требует в исполнении особого мастерства и технической базы, говорят педагоги. Через нее пианисты выражают мир человеческих чувств и раскрывают душу. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».